Рецепт заработка на криптовалюте. Именно на этот вопрос я хочу ответить в этом видео, потому что получила задание на обучение в нашем сообществе BeHappy24 записать видео, в котором поделишься тем, чем действительно хочешь, вот по-настоящему хочешь поделиться с другими людьми. Я подумала и решила, что вот то, что меня сейчас действительно вдохновляет, впечатляет, и то, чем бы я с удовольствием поделилась с каждым человеком, вот искренне, это как раз возможность настоящего заработка на криптовалюте. Поэтому в этом видео я передам рецепт заработка на криптовалюте. Этим рецептом пользуюсь я. И я уверена, что те люди, которые действительно ищут для себя решения, которые хотят разобраться, которые хотят заработать на криптовалюте, услышат ответы на свой вопрос. Итак, первый ингредиент в моем рецепте – это правильно оценить, что такое криптовалюта и какие у нее настоящие перспективы. Потому что и то, что я сейчас вижу, это многие люди в непонимании пришли в криптовалюту и в таком же непонимании начали терять там деньги, либо так и не начали зарабатывать. Поэтому изначально перед тем, как прийти в какую-то нишу, ну, соответственно, мы говорим о криптовалюте, то нужно вообще хотя бы попробовать понять, разобраться, что это такое, определить для себя перспективу. Это инвестиция на месяц, это инвестиция на несколько дней, это инвестиция на несколько лет. То есть какие должны быть правильные ожидания? Нужно посмотреть на реальность, чтобы ваши ожидания не были сверхожиданиями, чтобы, соответственно, у вас не было сверхразочарований через месяц, через полгода. Вот это первое. По моим наблюдениям, очень хорошо это получается у людей, у которых вообще нет никакого бизнес-опыта, либо у людей, которые уже занимались инвестированием, либо предпринимательством. Потому что люди, которые уже имеют какой-то бизнес-опыт, они понимают, что серьезный бизнес за месяц, за полгода он не делается. Всегда есть люди, которые хотят что-то быстренько урвать, и те, которые понимают, что важен основательный подход. Вот те, которые хотят быстро, иногда у них это получается, но, скорее всего, повторить этот результат ни они, ни другие люди не могут. Те люди, которые подходят к вопросу основательно, неважно, это интернет-бизнес или это офлайн создание какого-то бизнеса, с основательным подходом к созданию и развитию бизнеса, этот бизнес в результате приносит лучшие плоды. Поэтому к криптовалюте те люди, у которых есть понимание, что если ты начинаешь бизнес, который только-только начинает зарождаться, то ожидать здесь стабильного, качественного, высокого результата в короткие сроки – это невозможно. Либо возможно, но это будет такой рывок, который ты потом больше потеряешь, чем заработал. Вот, поэтому для того, чтобы начать зарабатывать на криптовалюте, нужно понять, куда этот рынок, куда эта индустрия в принципе идет, какие у нее перспективы, на сколько лет вперед. И вот ошибку, которую я вижу, это большинство людей все-таки недооценивают, не могут посмотреть дальше. Почему я говорю, что получается у новичков, либо у бизнесменов-предпринимателей? Потому что те люди, которые уже зарабатывали до этого деньги в интернете, они попадали в различные пирамиды, у них что-то не получалось, и у них заложен страх, у них что-то срабатывает, что они не могут посмотреть далеко. Вот я наблюдаю за людьми с таким вот опытом, они хотят побыстрее вложить, побыстрее забрать, ну и, соответственно, попадают в различные криптопирамиды. Вот, поэтому если вы новичок и если у вас есть опыт инвестирования, если у вас есть опыт, то есть либо вы новичок, либо у вас есть опыт ведения бизнеса, серьезного бизнеса или инвестиций, может быть, вы недвижимостью занимались, то вам здесь будет намного легче. Если вы не относитесь ни к той, ни к другой категории, не все потеряно, но было бы желание действительно заработать не рывками, а по-настоящему разобраться. То есть первый ингредиент – это увидеть настоящие перспективы и где же здесь основа, где же здесь фундамент. Второй ингредиент, я его выбрала для себя также первоочередным, это люди, с которыми я буду развиваться. Для себя я нашла сообщество BeHappy24. Это люди, с которыми мне очень классно, мне очень приятно находиться, мне приятно и зарабатывать, мне приятно обучаться, путешествовать. То есть это такое вот
синергичное сообщество, в котором можно получить еще и обучение как на тему криптовалюты, как на, в принципе, на ведение бизнеса, как по саморазвитию, что для меня было очень важным таким моментом. То есть второе — это найти сообщество людей. Может быть, для вас это будет другое сообщество, но я для себя выбрала как важный ингредиент моего рецепта — это объединение с людьми, у которых я готова перенимать опыт, которые являются практиками, которые меня как проводник ведут от стартовой точки до желаемого результата. Ну и результаты мне нравятся, как во всех сферах, в которых мы развиваемся в сообществе. Третий ингредиент. Когда мы правильно определяем перспективу криптовалюты, первый ингредиент, то третий ингредиент для меня — это инвестиция и бизнес. В сообществе BeHappy24 мы выбрали для себя инструмент, который позволяет и развивать бизнес, и делать грамотную инвестицию. Это сотрудничество с компанией BitClub Network. То есть здесь как раз на долгосрочной основе человек может не просто купить себе биткоин и тратить большое время на то, чтобы следить, когда он вырос, когда он упал. Это стресс, это не своевременная продажа, когда рынок начинает падать, ты находишься в стрессе, думаешь, вот сейчас я потеряю все свои деньги, начинаешь продавать. Это то, с чем на практике сталкиваются многие люди. То когда ты сотрудничаешь с BitClub Network, ты свои деньги инвестируешь в оборудование, которое добывает топовые криптовалюты. И если вы изучаете, если вы изучите компанию BitClub Network, вы увидите, что это реальная мощная компания, которая на мировом уровне входит в топ-10 добытчиков топовых криптовалют. Ну, и буду говорить про биткоин. И компания делает так, чтобы максимально автоматизировать и облегчить жизнь каждому человеку. Вам не нужно закупать оборудование, следить за ним и, в общем, тратить уйму времени, и если вы не профессионал, то просто купить оборудование, вы на нем мало что и заработаете. Есть преимущество в компании BitClub, если вы инвестируете в добычу биткоина вместе с компанией BitClub, то ваше оборудование постоянно увеличивается на долгосроке. Когда вы не ждете прибыли через месяц, через полгода, вам ежедневно уже там с 30-го, с 31-го дня вам уже начинают поступать биткоины. Но выглядит это сначала не очень прибыльно. Но на долгосроке вы в любом случае выигрываете, потому что когда вы окупаетесь, когда вы вышли в ноль, после этого ваши биткоины постоянно начинают продолжать вам поступать. И если вы правильно рассчитали перспективу на несколько лет, вы понимаете, что та цена биткоина, которая есть на сегодняшний момент, это далеко не максимум. Вы понимаете, что цена будет увеличиваться. Ну и, соответственно, через несколько лет у вас биткоина будет больше, цена его, соответственно, вы уже будете понимать, какая она предварительно, да, может быть, не гарантирована, но основываясь на опыте предыдущих лет, вы можете проследить тенденцию, если вы проходите правильное обучение. То есть, понимаете, каждый ингредиент, он друг друга дополняет. И таким образом, в сотрудничестве с компанией BitClub Network, вы получаете как инвестицию, и вы получаете еще и возможность развития бизнеса международного и через интернет. Опять же, благодаря знаниям сообщества BeHappy24 вы можете перенять систему, взять ее и начать развивать бизнес как в вашем городе, так и через интернет. Это будет именно бизнес на криптовалюте. И четвертый ингредиент. Сразу скажу, что этот ингредиент доступен не каждому. Знаете, кто-то успевает свеженьких огурчиков покушать, а кто-то наслаждается зимой уже законсервированными огурцами. Так вот, тот, кто позже посмотрит это видео, вам достанутся законсервированные огурчики. Тот, кто сейчас быстро, кому повезло увидеть, тот успеет добавить и четвертый ингредиент в свое фешнебельное, так сказать, блюдо на криптовалюте. Это
грандиозное мероприятие, которое состоится в конце августа 2018 года в Киеве. В Киев прилетают впервые в СНГ два основателя майнингового клуба BitClub. Как вы думаете, где правильнее искать, от кого перенимать информацию? От тех людей, которые теорию знают, или те, которые владеют одним из топ майнинговых пулов? Майнинговый пул — это огромные территории оборудования, которые добывают топовые криптовалюты. Ну, чтобы понятно было, допустим, они добывают биткоин. В разных странах стоят огромные мощности, целые ангары. И вот два человека, которые основали именно майнинговый клуб BitClub, прилетают специально для проведения конференции в Киев. И те люди, которые воспользуются первыми тремя ингредиентами, которые начнут добывать криптовалюту вместе с нами, они смогут присоединиться и на это мероприятие. Возможно, это как раз будете вы. Если вдруг вы смотрите уже после окончания, да, этого мероприятия, то, возможно, вам повезет, и у меня на канале вы сможете найти видео в записи. Наверное, всей записи не будет, но какие-то кусочки, возможно, попадут в эфир. Вот мой рецепт заработка на криптовалюте заключается в этом. Первое, я понимаю перспективы, я не оцениваю ситуацию, ну как, я оцениваю ситуацию, но я не считаю финальную ситуацию ту, которая есть сегодня на рынке криптовалют. В то время, когда большинство людей сидят в непонимании, лично я понимаю, что сейчас идеальное время для того, чтобы накопить побольше биткоина, для того, чтобы больше биткоина заработать. И как раз по системе BeHappy24 я двигаюсь, я обучаю других людей, как это делать, и мы вместе синергично создаем себе капитал, который через несколько лет уже можно будет по достоинству оценить. Поэтому если вы ищете рецепт качественного, комфортного заработка на криптовалюте, я вам предлагаю разобраться подробнее. Если у вас есть уже сейчас какие-то вопросы по первому, второму, третьему, четвертому ингредиенту, смело используйте контакты, которые есть под этим видео. Я выделю вам время, договоримся на удобное время, пообщаемся и буду рада быть полезной. Если видео вам было интересно, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, мысли, на которые оно вас натолкнуло. И я вам желаю основательно подойти к созданию своего бизнеса и подумать не только о сегодняшнем дне, ну и о будущем, потому что вам в нем жить. Спасибо большое за внимание. С вами на связи была Ольга Воробанова. Пока-пока. До встречи в следующем видео.